Автоматизированные производственные линии, строгий температурный режим и техника безопасности. Руководитель завода «Стародворские колбасы» Александр Чувашов рассказывает вице-губернатору о важных деталях производства продукции. Контроль качества на каждом этапе. Вся продукция варится до кулинарной готовности. Отдельно за этим следят приборы, показатели. Внутри установлены градусники, они отслеживают, до какой температуры доварилась продукция, соответствует или нет. Все показатели архивируются и хранятся на протяжении всего срока годности готовой продукции. В этом году компания «АБИ» получила статус ответственного инвестора. Рейтинг компании 108 – лучший показатель среди предприятий пищевой промышленности. В основе рейтинга самые высокие требования агентства стратегических инициатив. Эксперты оценивали вложения предприятия в экономику региона, уровень технологий, условия труда, соцпакет сотрудников и участие в экологических проектах. В анкетировании приняли участие почти 700 предприятий. В региональный список ответственных инвесторов вошли 57 компаний. Компания и бизнес-сообщество активно должны участвовать в экологической повестке, в социальной повестке, в первую очередь касающейся своих сотрудников, создавая материальные и нематериальные меры стимулирования, потому что мы понимаем, что сейчас на рынке труда вообще в Российской Федерации мы боремся за каждого профессионального специалиста. И группа АБИ и другие компании, которые зарекомендовали себя как ответственный бизнес, уже показывают лучшие практики. АБИ – одно из крупнейших предприятий региона. На нескольких заводах работают 12 тысяч человек. Компания инвестирует не только в развитие производства. Среди важных приоритетов – социальная поддержка сотрудников и создание комфортных условий для работы. Наши административно-бытовые корпуса очень современные, комфортные, удобные. Там прекрасные раздевалки, душевые, современная столовая. Ну и сами производственные мощности, сами заводы строятся тоже с соблюдением всех самых жестких требований по санитарным нормам, по пищевой безопасности. Проект «Ответственный инвестор» – это один из этапов реализации закона об ответственном ведении бизнеса. Владимирская область стала первым регионом в стране, где приняли такой документ. Предприятия, которые успешно прошли экспертную оценку, смогут рассчитывать на дополнительные меры государственной поддержки. Одна из них – ускоренное получение разрешений на строительство, а это важно для инвесторов. У нас достаточно много времени раньше занимали процедуры получения, ну, той же самой, например, исходно-разрешительной документации. Это технических условий, получение разрешения на строительство. И сокращение этого периода для бизнеса, конечно же, очень важно и полезно, такая поддержка. Мы начинаем быстрее строить, вот этот этап пропускаем. Соответственно, быстрее у нас мощности подходят к завершению, и выпуск продукции получается намного раньше. Компания готовится к открытию двух новых предприятий во Владимире. На новых производственных площадках будет создано 3000 рабочих мест. В строительство уже вложили свыше 17 миллиардов рублей. Один из заводов планируют запустить уже в конце этого года. Оксана Любимова и Дмитрий Шаталов.